Всем привет! Сегодня у нас 2 июня, и я все-таки решил поиграть в ВВВВВВ еще раз. Попробую пройти, во-первых, флип-мод. Вот, флип-мод. Экран у нас будет перевернут на 180 градусов. То есть как бы здесь же все равно гравитация меняется, то есть по сути я как раньше ходил то по потолку, то по полу, так и буду, но как бы сама карта, она будет конечно ногами. Вот. Да, привет, мистер Набомнение. Внезапно, ну да, что-то решил, думаю, что поиграть как-то вроде бы, чтобы не сильно прям напрягало, и ну в общем решил поиграть в это. Вот, и также, ну, заодно попутно попробуем открыть там эти ачивки, типа там, за небольшое количество смертей пройти. Ну, сколько получится там. Там 250, 500, по-моему, еще что-то. Ну, короче, если хотя бы одно открою, будет хорошо. Ну, главное, просто на флип-мод интересно посмотреть. Ну, так что, поехали. Delete current service? Ну да, я так понимаю, все равно как бы секрет лапа мне останется открыто. Но если что, у меня вроде бы кап сейвов есть. Диалоги, естественно, я буду все пропускать. То есть я уже проходил. И поехали. Совершенно карта по-другому выглядит. Практически другая игра. Мне никакие диски собирать не надо, поэтому я просто иду. Правильно же я понимаю, что мне не надо никакие диски собирать? Zero. Стоп. И что, у меня лаборатория, что ли, закрыта будет? Да ладно. Ну вот так вот, незаметно, потому что такая физика. Ну вообще-то тут даже заметно, ты видишь? Ну явно видно, что вот это потолок. Так, а мне надо... Нет, управление нормальное. А, что я сделал? Да при чем тут Тоха? Ну, лол. Чё, все игры сравнивать с Тохой, что ли? Играю я без тренинга, так что по смертям вряд ли ачивку открою вот с такими успехами. Да что, ну... Ой, да ладно. Там, где там были пираты экрана, я не видел такого.
Отлично, до первого телепорта дошли. Так, поехали. В принципе, все равно, куда вначале идти. Правда, по-моему, сейчас иду не туда. А, нет, это нормально. Открыл телепорт. Да, я сейчас в синюю зону иду. Так. А, чё это? Так, а тут куда? Да. Да, обычные переходы экранов, просто переключения. Да что ж такое, ну это же легкий момент. Может, а наверх все-таки попробовать? Нет, плохая идея была. Thank you.
наконец-то. Так. Не, сейчас надо тот телепорт открыть. Не помню, тут только секретка или тут... А, здесь только секретка. Ну, сейчас надо карту на всякий случай открыть, чтобы сомнений не было. Да. Секретки я не собираю в надежде, что... В надежде, что у меня все равно секретная лаборатория будет открыта. Один из самых доставляющих моментов в игре. Который не считает тех моментов, которые для секреток. Ну да. Так и задумано. Эрзет, привет. Ну не за карту, а за секреткой ты имеешь в виду, а оно не надо. Я же сказал, я секретки не собираю. Блин, зачем я это сделал? Так я собрал уже все. Так видишь, я играю во флип режиме. Поэтому и диалоги все пропускаю. А долгий полет ты имеешь, что, наверное, башню? Ну, это да. Стоп, где выход-то? А, ну как же так? Сколько уже смертей? 47. Много. Ну, ладно. Сколько будет, столько будет. Нет, не надо.
О, это я, это же подъемник этот. Ну, на пошире, что нам стоит. А, даже музыку инвертировали. Да что ж такое, ну? Поторопился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж, ну он соскальзывает. Управление очень скользкое, конечно. И вот эти вот микро прыжки делать. Да, ну куда ж, ну. Ура. Возможно, не знаю. Ой, сейчас это еще печалька. С хождениями. Это из-за диалогов я попутал, думал нажать пробел. Голова кружится, да ладно, у тебя, после ты в тоху играл, у тебя там не кружится, а тут кружится. Да что ж такое, ну не попал, если...
куда ты идешь? Да, чуть рано. Да, теперь я. А, и сейф далеко. Что? Ну... Чего же она не допрыгивает-то? Путается мозг из-за того, что, ну, как бы я вроде нажимаю флип, он должен отпружинить, а я-то управляю сейчас красным, и он это только ходит, и, блин, мозг запутывается. Да куда ж так сильно-то? Интереснее, если я выйду и засейвюсь. Не, она появится тут, скорее всего.
хорош. Странно, почему-то мне не понял, что мне так тяжело было в тот раз, когда я проходил. Неужели из-за перевернутого экрана такая разница? Да что ж такое? Задело в первый раз. Тут вообще бред, конечно. Это ж так сложно просто вместе пройти вот здесь. Сколько там смертей? 108. Так, где я не был? Пойдем-ка мы в телепорт. Вот в этот. Так. Это мы куда идем? А, кстати, это мы не туда идем. Я понял, тут только секретка. Так, как мне, куда идти-то сейчас? Ну, пойдем сюда. Не понял просто, где... А, где проход? На правую часть карты.
Вот и он. Дошли. Прекрасная музыка тут. А, я понял, тут секретка, но она мне не нужна. Здесь мы понизу идем. Стоп. Понизу это в обычном. В обычной игре. Да, здесь мы идем поверху. Так, тут надо... Блин. Да что же оно? Это куда? А, ну все, вроде практически прошел. Ну вот эту часть. Ой. Да, вот телепорт. Вот потерянный. А, об этом умираешь, что-то я забыл. Так, не помню, куда тут идти. Ой. Ясно. Стоп, а зачем мы туда идем? Ладно, пойдем, правда не помню что-то. То есть надо ли туда или там какая-то секретка? Ну, по-моему, надо все-таки.
А, ну да, вроде правильно. Да что ж ты не прыгаешь-то, ну? Да как же ты посадил-то? А, это к башне, по-моему, туда, если наверх пойти. Да, вот. А, помню тот момент, тут из-за секретки мучения, а если секретку не надо, то ерунда. Так, туда я... А, тоже инвертом перепрыгиваю. Фух, нашли. Сейчас опять, по-моему, будет какой-то нежданчик или нет. Ну, точнее. Гравитрон. Печалька. Секунда прям удобно смотреть. Идеально. Ой, на гравитроне это жесть, сейчас зависать тут можно. Но гравитрон читерный. Каждые 5 секунд сохраняет. Или не сохраняется. Что-то я не вижу. Лол, каждый раз вроде 30 секунд дается. Как же так? А в обычном режиме сохраняется каждые 5 секунд. Да я сдох-то, я 30 секунд не пройду. 30 секунд это очень сложно. Кидал его какой-то.
А, или все-таки стал сохранять. Странно, ну как же так? Я же там держался секунд 20, наверное, в самом начале. И... Не, ну 20 перебор, но 10 секунд точно держался, и не было никакого сохранения. А сейчас вдруг вроде сохранять начал. У меня рекорд 14 с чем-то секунд, он тоже правильный. Могу перепрыгнуть это. Ура, 5 секунд продержался. Еще 5 секунд продержался. Еще 5 секунд выдержался. Ура. Че, один остался? Он у нас наверху вот. А, не, стоп. Ну да, по-моему, вот на с правой части карты сверху. А как туда попасть? Хороший вопрос. Так, ну во-первых, вернемся к телепорту. Возьмем вот это. Опять этот баг. Ну все, телепортнулся. Удаляй. Стоп. Да, секрет лап открыт у меня. Все норм. Стоп, куда я переместился? Не хотел сюда перемещаться. Немножко это забыл, что там. Надо уйти было с телепорта. 173 смерти. Так, а тут что у нас? Ничего. И тут ничего. Значит, тут справа может? Ой, слева.
Но это было раньше справа, до фрип-режима. Телепорт открыл, но он мне не нужен. Так, во, нашел что ли что-то? Посмотрим. Или я тут был? А, не был. А, это. Ну ясно. Тут ничего, кроме секретки, нету. Я, кажется, понял, мне нужно через такой разветвленный тоннель пройти. И он находится в нижней части карты. Именно в нижней, когда она не перевернута. Как туда попасть? Ну, очевидно, откуда-то с левой части. Так, ладно, зайдем-ка мы в телепорт. Так, этот телепорт нам вроде бы ничего не дает, насколько я помню. А, или дает. А, нет, как раз это вроде то, что нам надо. Там я был. Стоп, а куда тогда надо? Ладно, погнали обратно в телепорт. Но этот вроде бы тоже ничего не дает. Да. А это. Помнить бы куда идти, а то неохота просто так смерти фармить опять. Thank you.
узнал, что... Какой-то неоткрытый телефон. Но она вообще ничего не дает. То ли вот здесь что-то. Где-то здесь. Это кто? Телепорт это, конечно, хорошо, но, в принципе, нафиг он мне сдался. Вот это уже интересно. Да куда ж, ну? И все. Не, не буду пока принципиально брать. Вдруг там... Ну я же все собрал, зачем мне собирать? Сохранился, блин. Так, где я еще не был? Я имею в виду, куда я сейчас могу попасть. Стоп, а там что, была стена или что? Что-то я не понял. Не тот. А что же делаю? А, во, не стена. Что это такое? И зачем я сюда? Возможно, это то, куда мне надо, я не помню. Он уже где оказался?
Ага, да, вот, я, кажется, там, где нужно. Вот этот проход. И вон аж куда я упал. Вот. Вроде бы это нашел то, что надо. Начинается. Да, чувство спидранта действительно интересно. Привет, Котфет, еще раз. Если все знать, да, за спидранить здесь можно очень круто. Да. Это не больше, здесь шипов можно сбоку касаться. Ну, как бы не то, чтобы можно, их просто не касаешься. Они не выступают как бы сбоку. А, блин, вот это тупо. Так. Отлично, телепорт открыл. Привет, Картофан. Раз появились новые зрители, то еще раз скажу, я уже эту игру проходил, и сейчас я прохожу во флип режиме, и может быть на ачивку на количество смертей. Там вроде бы 250 надо, ну не знаю, получится, нет. Но это не самое главное. Поэтому я пропускаю все диалоги и не собираю секретки, потому что у меня все равно секретная лаборатория уже открыта. Только боюсь, мне по количеству смертей мне будет печалька в самом конце, когда откроется эта последняя, как бы такая неоткрытая локация, вот где там будет жесть такая посередине экрана происходить. Не знаю, как это объяснить словами, но кто, короче, играл, тот знает. Не, не где локация держится, где наоборот посередине экрана такая штука здоровая,
ну, бесконечно продвигаются, и мне нужно там в полете микрить. Ну, короче, там вот этот момент, я помню, вот на нем у меня так довольно-таки подгорело, честно говоря, когда проходил. Он уже будет после спасения. Флип-мод, карта кверх ногами. Сейчас карта кверх ногами. Не, больше Гравитрон, я его уже прошел. Ну, короче, увидите это, да. Блин. Сам-сам конце игры. Она будет. Да, ну... А за что, лол? Очень, конечно, во флип-моде есть места, вот типа этих, в которых действительно дополнительная путаница появляется. Да. Да ну куда ж ты, ну... Да он соскальзывает. Фью. Все, я всех нашел, в принципе. Вот, насколько я помню, сейчас я как раз в эту локацию попаду. Самую последнюю. Да, вот, типа, все вернулись. Но капитан не вернулся. А где же он? А он в мега-хардкорной локации. Ну, мега-хардкорная, конечно, если я... преувеличиваю по сравнению с Боши там, да, но все равно для этой игры она довольно хардкорная. Да, музыка классная, вообще музыка в этой игре просто шикарная. Итак, сколько у меня на этой локации смертей? 213. Главное не тупить хотя бы. Это уменьшит количество смертей. Но это нет, это нельзя назвать тупником, то скользкое управление. А, ну да, отлично. Так, надо сразу продумать. А, так, отталкиваюсь вверх, снизу пролетаю, отталкиваюсь вниз и сверху прилетаю на сейф. Ой, не совсем по плану пошло. Да как же, ну оно же так, оно запутывает вообще, жесть. Так. Ага, я попробую сейчас сверху оттолкнуться, то есть вот когда вниз буду лететь, оттолкнуться, и там нужно лететь наискосок, а не просто вверх. И после этого вниз лететь тоже наискосок влево.
Так, еще раз. Блин, да что же оно, ну. Так, это уже лучше. Блин, ну прям попал четко. И вот, по-моему, сейчас будет эта локация скоро. Опять это подобие гравитрона. Только здесь сложнее. Сейчас нафармлю тут. Да все уже, наверное. Ну, по сути, вроде, походу, 19 раз. Ну, вряд ли. Я к этому особо не стремлюсь, так? Ну, так, просто было интересно. Ну, главное во флип-моде пройти. А это как бы уже так и так сделано. Я же вообще не тренил. ...233. А вот этот момент, насколько я помню. Вот этот момент. Возрадуйтесь. Так. Сейчас. Волноваться. Просто не думал, что на самом деле так близко подойду к выполнению этого результата. Думал, вообще будет намного больше смертей. Ну что же, ну... Блин, рано. Так. Надо сообразить, блин. Так, мне лучше налево ехать, когда я на уровне самой, ну, самой высокой. Ну, то есть самой низкой, если так смотреть, как сейчас, то самой низкой. Нет. Вообще я себя настроил, что уже не успею. Ну, в смысле, не смогу, так что я не буду сильно расстраиваться. Счет, это же вроде был самый сложный момент. 7 смертей. О, жесть.
Ой, да ладно. Кстати, по-моему, я успел. Это же все вроде бы. Тут еще какая-то жесть уже впереди. Точняк. Ну короче, короче, нифига. Все, я вспомнил, сейчас же жесткий момент еще будет. Блин, как я про него мог забыть. И причем не этот. Да где там? Я не вижу, как пройти. Ну ладно. По-моему, там еще есть ачивка меньше, чем за 500 смертей пройти. Это я выполнил. Да это лол. Я что-то не помню, как вообще это пройти. Блин, да что? Ясно. Ну, ясно. Все равно там сейчас еще жесткий момент впереди. Типа той трубы. Не, ну лол, если потренить, то вообще запросто можно за 250. Да даже не тренить, а просто я просто второй раз буду если проходить. Привет, Тора, а чё звать? Я тебе пишу в скайп, ты не отвечаешь. Я думал, ты там всё, депресняк. Одного сообщения от меня, ну странно. Могу потом даже скрин показать, вон оно висит. Опять это. А как же этот раздражает. Больше всего ненавижу вот эту штуку. Они еще и отражаются? Отлично. Или там просто уже встречное прилетело? В общем, надо на эту часть уровня оставлять где-то... Блин. 50 смертей точно. Даже, блин, больше. То есть надо до сюда доходить, лучше вообще со 150 где-то. То есть 5 людей, этих 5 членов команд собрать за 150 где-то, не больше. Схема? А чё с видюхой? Я думал, у тебя видюха, это артефакты, все дела. Или уже норм. Да как же это пройти? О!
Норм? Да ладно. Внезапно. Но это она просто после чая там. Ну чая пилась, ей было лень работать, понимаешь? Да, да, да. Давай. Только мне сейчас немножко не до смеха, но давай все равно. О. Тора, тебе в Стиме не показалось, что я ВВВВ запустил разом? Причем два раза. А, Торна, видишь, чай как полезен. О, все, поехали. Поехали. Это последнее вроде, что нужно пройти. А, стоп. Что-то я там не догнал, что надо было там сделать. А, затупил. Все, понял. Вроде. Это что, раз и это была вся труба, что ли? Мне показалось, там была вроде на длине. Ну, вся так вся. Ага, не, не вся. Вот, вот, я же помню вот это вот. Я сейф не взял. Да, режим флип-мод. Да что же, ну, ну... Жесть полная. Вообще, если честно, разница небольшая. Флип, не флип. Большинство моментов так и так легкие. Но не все. Большинство, но не все. Я помню этот момент, это он один из самых тяжелых. Нет, Тор, я вообще эти секретки не собирал. Зачем? У меня же все собраны. Это, по-моему, один из самых подгорательных моментов в игре, не считая секреток некоторых. То есть, типа, башни там. Да что же оно... Блин.
Да сколько я уже там смертей нафармил? Жесть! 367! Да тут надо не со 150, надо всю игру без смертей пройти, только тогда здесь будет 250. Почти. Да куда ж ты лезешь-то на шипы-то, ну? Чё, укуренный? Да лол. Да ну, встал же уже, ну. Зачем ты на шипы отталкиваешься? Капитан, блин. Восемьдесят смертей. Финал челлендж 57 смертей. Не, без смертей это перебор. Было бы интересно 250 попробовать, но все равно я хотя бы во флип-режиме прошел. Даже титры перевернули. Прикольно. Привет, Авер. За час двадцать, ну, час двадцать семь стрим идет, но там я пару минут еще ждал. Ну, короче, час двадцать прошел. А, там было уже написано время игры, да? Что-то я не обратил внимания. Теперь больше, не знаю. В принципе, можно. Но сейчас-то обязательный пункт программы еще. И когда играю в ВВВ, то этот пункт надо обязательно выполнить. Так. Не, стоп. Давайте вы мне все-таки вернете нормальный режим. Ну, Тор, это и есть обязательный пункт. Сейчас только я посмотрю, ачивка-то открылась. Вот. Flip mode complete.
и Game Complete. И также Win with less than 500 DS. А 250 нифига. А, еще 100 есть. И 50. Не, ну вот это последняя локация, жесть. Если бы не последняя локация, то 250 вообще реально было бы взять. А так тяжело. Но можно. Сложно, но можно. И плюс там еще есть тайм-триалы. Но сейчас... Супер-гравитрон! Надо продержаться... А, у меня, кстати, стерлась сейф, так что надо продержаться хотя бы 5 секунд. Пока что. О, новый рекорд. Ой, я взял ачивку. 5 секунд продержаться в гравитроне. Следующая ачивка 10 секунд. В этой игре гравитрон просто жесть. Если бы там не сохраняли каждые 5 секунд, вот когда в самой игре он встречается, это было бы вообще нереально пройти. Новый рекорд? А вроде у меня столько и было, 5.16. Повторил, что ли? Десять. Надо хоть 10 сек взять. Блин, такая легкая была комбинация, надо было брать. Да что ж.
23. Это сложно перескакивать огромную кучу. Да тут почти все, в принципе, сложно перескакивать. Реально, гравитрон не для слабонервных. Да, бывает обидно какие-то комбинации, которые можно было выжить, но я просто закрабил. Хотя большинство просто сложные, но бывает то, что именно вот просто чуть-чуть бы не то другое место нажал бы и все. Не, по-моему, пока те столбики не выпадут, вообще без шансов 10 секунд продержаться. Привет, Снап. Да где пристрастился-то? 9.20 только. Если бы хотя бы 15 секунд мог продержаться. Слишком сложная комбинация. Так сумма потраченного времени вообще небольшая. Я стримлю 1:37. Из этого времени я 1:20. А, хорошая комбинация была. Из этого времени я 1:20 игру проходил в флип-режиме. Да, больше изи-кор про Витроне по сравнению с этим. Вон. Тор не даст соврать. Thank you.
Чё, Стамп, Соника не будешь пытаться пройти? А то он скоро уже, может быть, и Тор пройдет. Нафиг надо, ну ясно. Еее! 12.56. Ну чё, наверное, хватит? Следующая ачивка 15 секунд. Вообще мой рекорд 14 с чем-то. Ну сейчас еще пару попыток сделаю. Ну главное все, ачивку на 10 сек я взял. На самом деле, конечно, научиться пользоваться переходами через экран правильно. И можно очень много тут начитерить. Ну, как бы, не то чтобы начитерить, это же официальная возможность. Ну, в общем, схитрить, так скажем. Ладно. Посмотрим, открылось ли. Вот, открылось. Last 5 seconds on the Super Gravitron. И last 10 seconds on Super Gravitron. Также есть 15. 20, 30 и 1 минута. Но 1 минута это невозможно, по-моему. И также здесь ачивка Complete the game in no death mode. Master of the universe. Ну и все. На этом стрим заканчивается. Всем пока. Спасибо, что смотрели.